то хорошо. Сибикеев, диалектическо-материалистическая теория познания Ломоносова. Так, всего 30 минут, за 10 минут до конца я встаю. Нет. Понятие материи читал. Ну, потом. Пожалуйста. Сибикеев Александр Иванович. Тема диалектико-материалистической теории познания Ломоносова. Я думаю, что фраза очень знакомая, может вызвать какое-то недоумение. Так моему помощнику, неутомимому Сибикеевой Дубарь Галине Викторовне, посвящаю эту работу. 300-летний юбилей со дня рождения Ломоносова убедительно высветил устойчивое величие всеобъемлющего гения, мыслительного и художественного. Сейчас, минутку, просьба разговора потише. Кто хочет поговорить, можно в коридор выйти. Энциклопедическую уникальность, неповторимость и явную актуальность. Великая дата великого мыслителя, фундаменталиста невероятного множества наук и искусств в условиях великого кризиса познания истинного и ложного, в условиях утраты фундаментальных понятий диалектико-материалистической теории познания и развала основ классических наук, о чем тут многократно говорили, и на всех практически вот этих, так сказать, собраниях ученых. Например, в 2008 году в своем докладе Моисеев и Русинов, основная проблема физики, четко и ясно заявили о том с самого начала, что в настоящее время методологическая деградация науки очень представлена. Нет качественного фактора в описании тех или иных экспериментов, событий, явлений. Господствует математическая, так сказать, наука. И образовалось противоречие между математикой в известной мере и физикой. Он отметил также и средовый фактор, фактор среды, образование самой братьей ученой в университетах, в вузах, в академии, и фактор различий индивидуальных людей, которые отбирались вот на эти всякие роли, создав в своей совокупности разночтения, разнообразие различных терминов, понятий, и образовалось в своем роде вавилонское столпотворение, когда мы не понимаем друг друга. Выходим, смотрим на небо, и словно в первый день создания торжественный сияет ход. И мир сегодняшний, мир реальный, как вот отмечал Анатолий Павлович, выходит из мира потенциального не на основе взрывов, искривления пространства, времени, а на основе гармонической связи противоположностей, без резких, так сказать, противоречий. Ну, я немножко ушел во вступительную часть. Каков же познавательный ресурс, каков способ мышления, методология Ломоносова? Была ли у него теория познания? Это принципиальная важность вопроса. Об этом никто здесь, вот за сколько съездов было, я ни от кого не слышал. Поэтому приходится брать за высказывание Эйнштейна за серьезное высказывание. Он писал о том, что ведь наука без теории познания, если таковая вообще возможна, является путанной, примитивной. Таким образом, здесь теория познания выступает, так сказать, фактор фундаментальной значимости. Хотя его неоднократно критиковали за разные вещи, за математические там какие-то недочеты Эйнштейна, но вот в деле таких вещей, как понятие, он все-таки остался реальным и неодолимым. Это принципиальный вопрос, таким образом. Мало кого интересовал, но были исключения. Например, кандидат филологических наук Лихоткин основательно постиг методологический ресурс Ломоносова, придя в итоге к надлежащему выводу.
Ломоносов владел, пишет он, всем арсеналом средств теоретического мышления и логики, являлся автором оригинальной теории познания. Отсюда все его научные достижения и открытия. Способ мышления, определяющий теорию познания, составил главную причину всех открытий и достижений Ломоносова. Глубоко прав Лихоткин в этом общем утверждении. Но в чем заключается оригинальность ломоносовской теории познания? Очень важный вопрос. Ведь теории познания было образовано очень много, и каждая была в своем роде оригинальной. Ломоносов же стал противоположность, соединять противоположности, то, что разъединило одностороннее мышление, и пошел на синтез противоположностей. А диалектика, вы знаете, это может кратко определить наука о движении путем противоположностей. Принцип противоположностей должен быть в этом плане ведущим, главным определяющим. И соединенные противоположные приемы мышления, индукция и дедукция, я не стану объяснять, вы знаете, что это такое, анализ и синтез, исправно стали работать, как вдох и выдох, сокращение и расслабление сердечной мышцы. Мы же не на одной форме иннервации у нас сосудистая система, а на сосудосузывающих и расширяющих. И дай небо всем равновесие этих двух противоположностей. На одной ноге тоже ходить невозможно. Значит, пара противоположностей все в гармоническом оказываются единстве. Взяв методологически ценное из рациональной философии Рене Декарта, выдвинувшего приоритет мышления в познании и вместе с тем излишне акцентировавшего метод радикального сомнения и математической точности, Ломоносов сумел отделить нужные сильные места от слабых и ложных. Сформулированный Декартом метод познания, дедуктивные, в скобках, математические рассуждения воспроизводимых фактов, своей дедуктивной односторонностью не вызвал доверия у Ломоносова. Дедуктивный прием он дополняет индуктивным, ибо индукция, слова Ломоносова, прежде предлагается в видах каждого рода или о частях целого подробно, особливо, а потом целое или род представляется. И в соединении гармонии таких противоположностей, как общее и отдельное, части целое, их дружной работе получается объективность, краткость, существенность и красота мышления. Например, в риторике Ломоносов пишет: «Целое есть то, что соединено из других вещей». Казалось бы, просто элементарно, вот все это знают. «Из других вещей. А части называются оные вещи, которые то составляют. Например, город есть целое, а стены, башни, дома, улицы и прочие сути его части». Ломоносов, краткое руководство, красноречие, риторика, параграф 7. Прекрасный пример и развлечения, и связи противоположностей, и целого, части и целого, очень пригодно для обучения диалектики школьников, студентов, а также для извлечения от схоластики наших философов на простых таких вот примерах. Об общем и отдельном, роде и виде, так пишет Ломоносов, родом называется общее подобие особенных вещей. Такое подобие видим не вас с Двиною, Днепром, Волгою и другими в моря протекающими великими водами. Ионы называем одним словом река, который есть род, а Нева, Двина, Днепра, Днепр, Волга, Висла и прочие суть виды оного. Ломоносов, там же параграф 6. И этот пример достоин учебника по диалектической логике, коего пока нет, а также обучения мыслительной культуре молодых и поживших в неразберихе духовного кризиса людей. Ведь факт явного движения путем противоположностей представлен простым предложением. Волга есть река, где Волга есть отдельная, а река общая, отдельные и общие противоположности. И тут они выступают в рабочем тождестве, демонстрируя то, что общее проявляется через отдельное. Если бы Ленин был знаком с этими работами Ломоносова, он не стал бы у Гегеля брать такие примеры, как «Иван есть человек», с чего следует начинать изучение диалектики. «Иван есть отдельный, человек общий».
отдельные общие противоположности. Значит, здесь мы видим движение путем тождества противоположности. Движение путем противоположности выглядит существенным и кратким. Характеристики свойств ритора, его страстей, радость и печаль, удовольствие и раскаяние, честь и стыд, надежда и боязнь, упование и отчаяние, гнев и милосердие, любовь и ненависть, удивление и гнушение, желание и отвращение. Всего 10 пар противоположностей, а суть представлена наикратчайшим и наизящнейшим образом. И далее в риторике. С действием и страданием совокуплены бывают удобность или неудобность, возможность или невозможность, пристойность или непристойность, польза или вред, угодность или неугодность, честность или гнусность. Также имеет действие свое воспоследование и удачу, а иногда уничтожение свое и неудачу. Итак, все у Ломоносова предстает исполненным сообразно диалектическому методу мышления и простому ритму противоположностей. Подтверждая вывод Гегеля, ясно пишет он, что никакие изложения не могут считаться научными, если они не следуют по пути этого метода и не соответствуют его простому ритму, ибо движение этого метода есть движение самой сути дела. Так что моя субъективная диалектика, движущаяся, мое состояние физиологическое, там, сокращение, расслабление сердечной мышцы, вот сгибатели, разгибатели, вдох, выдох. Это есть объективная диалектика моего организма, моей физиологии. А субъективная только должна отражать это в соответствующих понятиях. Если она не делает это, она путает сюда-сюда в разные стороны и наносит вред. У великого диалектика... Так... Но где мог научиться такому диалектическому блеску мышления Ломоносов? Может быть, что-то взял у Аристотеля, Платона. Но убедительных данных на этот счет нет. Тут можно обойтись ответом на этот вопрос и другим вопросом. А можно ли научиться диалектическому мышлению, если в мозгу от природы заложена слепота и глухота на само различение противоположностей и противоречий? Ведь Сталин, вот я напомню вам, в 1925 году он нанял, но пригласил учителя по философии Ян Эрнст, учиться, он ему начал преподносить, так сказать, Гегеля Сталину. И в итоге ученик не потянул эту материю, он не мог воспринимать. И его учитель был репрессирован и убит в 1937 году, конечно, по мнению товарища Сталина, по его решению. Это было в 1925 году. Паранояльно-догматическая структура корковых клеток Сталина не понимала и не принимала диалектику Гегеля. У великого диалектика Павлова не нашлось достойного товарища, который принял бы его теорию условных рефлексов и развил бы дальше. Он очень грустно этот факт воспринимал. Но получилось вот так вот, что некому было. И вы знаете, что физиология оказалась за бортом медицинской науки, где тоже нет теории познания, между прочим. А ее истинной теорией, как говорил Павлов, должна быть физиология всего, как общая. А отдельные отрасли, это вот прикладное, должны были иметь прикладной смысл, прикладное значение. Энгельс, я вот не упомянул его, тут его упоминали, тоже не кончал философского факультета, был так в своем роде самоучкой, но выявлял резкую вот эту вот прирожденную склонность к фиксации, к фиксированию противоположностей и противоречий. Объективная диалектика царит во всей природе, вот он пишет в книге «Диалектика природы». А так называемая субъективная диалектика, диалектическое мышление, является лишь отражением господствующего во всей природе движения путем противоположностей. Все, он обнимает, так сказать, тут всю природу. Практика исследований атомного ядра показала, выйдя на кварковый уровень строения материи, противоположные частицы, их взаимодействия, взаимопереходы, открыв в ядре диалектическое царство противоположностей. Это прямо удивительно.
Я думаю, что и в макроматерии ожидает тоже такого же царства. Например, это кварки и антикварки, электроны и позитроны, барионы и антибарионы, нуклоны и антинуклоны, левополяризованные частицы и правополяризованные, тут парализовать можно кумпол. Слабые поля взаимодействия и сильные. Видите, как все тоже в природе заложено. В микрочастиц этот ритм движения путем противоположностей. Ну, прошу на уравнительный уровень воспринимать мою информацию. А взаимоуничтожение одних пар противоположностей с появлением других пар, например, кварков, антикварков, теоретическая физика нам поведала давно. В рамках гипотезы кварков процесс электронно-позитронной аннигиляции вадроны выглядит следующим образом. Электрон-позитрон уничтожаются и рождается электромагнитный квант. Потом этот квант уничтожается и рождается пара кварк-антикварк. Это превращается как-то в водороды. Но развлечение противоположностей и их взаимопереходы составили не только известную трудность у самих ученых, между прочим, но прям-таки драматическую порой обстановку и неподготовленность. Вот Абрам Федорович Иоффе пишет: «Наше наглядное мышление и построенные по аналогии с ним модели воспринимают противоположные свойства как противоречия». Несколько неуклюжее выражение, но оно понятное. Сразу растерянность, страх. Иоффе прав, что наше наглядное мышление не замечало того факта, что вдох и выдох, сон и бодрствование, тоже противоположность, переходят друг к другу, показывая, демонстрируя нам всеобщий закон движения путем противоположности во всей природе. Иоффе подчеркивает тот факт, что отсутствие диалектического мышления, восприятия, мировоззрения составило психодраму многих физиков, завершившуюся у некоторых и самоубийством, между прочим. Для человека, незнакомого с диалектикой, говорит, заканчивает он, каждое противоречие – катастрофа. О физике и физиках, страница 331. И французский физик Поль Ланжевен, излагая перед обширной аудиторией Международного съезда истории исследования атома и ядра, сказал, хотите ли вы этого или не хотите, нет другого пути к пониманию ядра, кроме диалектического материализма. Нет его просто. Дальнейшие исследования, новые там фотоники, интроники, вот как Николаев показал в своей книге, еще какие-то бесконечно малая величина произведет и в противоположностях. И только усугубится проблема познания, проблема кризиса. И никакого прояснения от дальнейших открытий частных. Каждый долбит, так сказать, как дятел, свою дыру частного, потому что проблема-то общая, проблема познавательная. Теперь может возникнуть ощущение, что мы отошли от темы Ломоносова, Ломоносовской теории познания. Но мы должны понять, куда мы ушли, чтобы противоположную ситуацию понять. От чего отошли? Теперь относительно исследований качества. Это очень важнейшая, острейшая проблема. Вот об Моисееве я напомнил вам, как раз он проблему качества выдвигает сразу на первый план в постижении и преодолении самого методологического, теоретического кризиса в физике и астрономии. Ломоносов пишет, что разум требует не проходить мимо качеств, не исследовав их, когда требуется ясное познание вещей. И Гегель, вот он идет, ну, невольно вступает, так сказать, в сопряжение с Гегелем. И Гегель, говоря о том, что из сравнения качества с количеством легко увидеть, что качество есть по природе первое, приходит в итоге к методологически чрезвычайно важному выводу. Поэтому качество, как непосредственная определенность, есть первый по порядку, и с него следует начинать.
Далее идет количественные вариации этого качества. Ломоносов и Гегель пишут о количественных степенях выраженности качества и исследования этих степеней. Это очень важный вопрос, особенно в медицине он обозначился. Вот при исследовании, допустим, шизофрении, я как сейчас помню, когда я работал над этой темой, мне именно Гегель помог. Ломоносову я тогда вот это не знал. Именно Гегель, что исследование следует начинать с качества, потому что оно определенное, малоподвижное, легко подается описанию, а количественные потом вариации, которые открываются как нечто новое, на самом деле по прошествии времени они утрачивают черты какие-то, отличающие его, и в итоге все покрывается этим качеством. Очень важный вывод Ломоносов сделал. Теперь о значении в познании понятий. Тоже совпадает, мы видим, и Ломоносов, и Гегель в отношении понятий. Ломоносов прямо пишет о том, что истинно научное мышление есть мышление в понятиях. Гегель. А Ломоносов был королем в области понятий. Он без труда определял и врожденные задатки. Например, уверенный в объективности познания, он пишет: науки подают ясные о вещах понятия и открывают потаенные действия и свойства причины. Подвергая диалектической обработке историю человеческой мысли, науки и техники, он, Ломоносов, выносит критический вывод относительно необработанного анализом и обобщением материала. Грузами он лежал и лежит еще во многих местах. Для чего, пишет он, толь великих мужей были труды и жизнеопасные испытания? Для того ли только, чтобы, собрав великое множество вещей и материи в беспорядочную кучу, глядеть и удивляться их множеству, не размышляя о их расположении и приведении в порядок? Ломоносова раздражало, когда он во Фрейберге у Генкеля учился. Генкель относился к этой категории ученых, которые вот собиратели фактов и смакуют этими фактами, этой коллекции, не находя ресурса обработки их на обобщение, на анализ. И он у него вызывал даже раздражение. Ломоносов собрал сам коллекцию минералов, работая в географическом департаменте, анализируя и обобщая этот красивый материал и полученные выводы. Они действительно созерцания достойны были. И полученный вывод запускал в практику географических экспедиций. К тому же этот пример и пример нераздельности таких противоположностей, как наука и практика. У нас все было, ничего не разделялось, все взаимодействовало и взаимообусловливалось. Вместе с тем, выявленная Ломоносовым закономерность перехода мышления от конкретно предметного, он-то легко это переходил, в абстрактно-понятийное, это неизбежность закономерная, закономерная неизбежность развития мышления в целом. И в большинстве случаев он, конечно, не срабатывает, этот переход. То есть мы здесь отмечаем приверженность мозга огромного количества людей к запредмеченности. Вы это можете где угодно встретить. Неспособность оторваться над предметами. Мышление сводится к перечислению скучным предметов, каких-то таких признаков. Вот. А на понятие не выходит. А уже древние говорили, что как вам преподносить материал? Предметно или в понятиях, или в перемешку того и другого. Вот эту закономерность, а у Ломоносова она работала хоть бы что. Теория Ломоносова не отрицает и примеры приема гипотезы, но с непременным требованием доказательств ее истинности. Значение опыта тоже было показано на огромном количестве опытов. На основе физических и химических опытов была сформулирована теория цветов. Из теории пошла и практика производства мозаичного стекла, и для искусства цветного стекла, посуда и так далее. Эллер писал, вот Эллера тоже, я с другой стороны, его заклевали, ну, за перевод Ньютона. Эллер писал Ломоносову из Берлина 30 марта 1754 года. «Достойно вас, что вы в состоянии придать стеклу всевозможные цвета. Наши химики считают это изобретение за великое дело». Поскольку Эллер сыграл историческую роль в спасении самого Ломоносова, на этом немножко тоже следует остановиться.
работа Ломоносова о причинах теплоты и холода, где-то количество, вращение, степень вращения микрочастиц обусловляет количественная сторона, качественная сторона, тепло, холод. На этом эта работа произвела удручающее впечатление на Шумахера 7 декабря 1744 года. Отзыв академиков, не понявших логики Ломоносова и перецавших его за критику авторитета Бойля, а для Ломоносова не было этих непоколебимых авторитетов, всех обрабатывал в духе диалектического отрицания. Рассчитывая лишь на отрицательный ответ Эйлера, советник канцелярии Академии Шумахер лишь в середине 1947 года, это сколько, 3 года уже прошло, отослал рукопись отмеченной работы вместе с другими материалами на отзыв, задумав план удаления Ломоносова из Академии наук. Но в итоге получилась резкая противоположность. Ответ достославного Эйлера был получен 21 ноября 1747 года. Все они пишут, он сочинение писал Эйлер о посланных ему работах Ломоносова. Не только мы хороши, но и превосходны, ибо он изъясняет физические и химические материи, самые нужные и трудные, кои совсем неизвестны и невозможны были к истолкованию самым остроумным и ученым людям, с таким основательством, что я совсем уверен в точности его доказательств. При всем случае я должен дать справедливость господину Ломоносову, что он одарован самым счастливым остроумием для объяснения явлений физических и химических. Желать надобно, чтобы все прочие академии были в состоянии показать такие откровения, которые господин Ломоносов показал. И таким образом он перешел из ученого, который представлялся как производителем билиберды непонятного, в гениального, так сказать, ученого. Ну, я не буду все здесь признаки диалектическую методологию педагогического наследия Ломоносова следовало бы как следует осветить, потому что там принцип меры является ведущим в педагогическом процессе. Диагностировка, так сказать, человеческого материала, умение отличать человека, который от природы получил задатки на понятия, от слабых, и как вести их, где, на что они должны налегать, на практику, на трудности средние, на трудности высшие и так далее, и так далее, и так далее. Это вы прочтете. Теперь я все-таки, учитывая степень утомленности, оду Ломоносову. Она много... У Ломоносова наука поэтична, а поэзия научна. Не знаю, как у меня это получится, научность в поэзии. Это не так-то просто. Ломоносова обнять. Ой-ой-ой. О, муза, молю, помоги выйти из плена сомнений. Да, минутку, я... Простите меня за один очень важный вывод. Все это обозначив, я итог скажу. Ломоносов – это золотой век нашей науки и философии. Создав диалектико-материалистическую теорию познания, он на практике показал истинные результаты такой теории, заложив классический фундамент физики, химии, языкознания, риторики, стихосложения, педагогики, истории и других. Надеясь на то, что мы вошли в русло парадигмы Анатолия Павловича Смирнова «Осознание знания откровения 21 века», мы уверены, что другого пути нет, что возвращение к классическим истокам, классическим понятиям, незасыпанным мекиной, произволом субъективизма последующих поколений, является единственным правильным ходом. Движение вперед есть движение назад, к истинному основанию, пишет Гегель, к истинному основанию. Иного нет выхода из хронического кризиса познания. Прошу прощения за отход вынужденный. О, муза, молю, помоги выйти из плена сомнений, непостижимость постичь его всеобъемлющий гений. Первым университетом Пушкин его назвал, последним остался при этом, кто-то недавно сказал. Отец поэзии русской, реформатор ее и поэт, два научно-мусических дела славные оставили след. Автор музыки стекла, цветовой симфонии, ведь скучнее жизнь стекла без цветов гармонии. Ломоносов, как философ, диалектик славный был, он теорию познания духом мощным сотворил. В науке больше сотни лет теории познания нет. Нет лженауки осознания.
и только снится истин свет. Пора бы взяться нам за ум, постичь глубины великана, но стихнет фестивальный шум, и мы в невежестве капкана. Ломоносов — это радость познания, обнимающая мир в понятиях, неутомимая к сущему страсть и ликующая в дивных занятиях. Бесплотного убрав Творца, нарушив догматизма чинность, он вглубь познания положил материальность и причинность. В нем разум торжествуя ликовал, презрев схоластику и дурь земную. Закономерности законы открывал, среди наук науку дал иную. Уж очень был он не как все, могучий дух в могучем теле. Его бы в наши времена псы сталинизма мигом съели. Учитель отметил, как с крайней охотой азы он наук постигал, как многоумного крафта он слушал, как слушал и как ликовал. Это радость восприятия, это уникальный случай. Как страстный к познанию ум Вольф изумленный отметил, на проницательный Вольфа прогноз он каскадом открытий ответил. А вот химик Генкель науку эмпиризмом не продвинул. Его не вынес Ломоносов, жарко поспорив, Фрейберг покинул. Ну, книги его, по-моему, там разорвал, что ли. А Ломоносов все соединял, соединял, поняв все общее, анализ синтезом отдельное и общее, и диалектику с успехом применял. Он части целое, индукцию и дедукцию, что омертвило однобокость, в единстве и гармонии держал, и тем природе подражал. Там нет ничего такого разделенного. У природы надо учиться. Вот призывали тут неоднократно к этому. В игру ума, не в тяжесть, муку, он радостно возвел науку. И чужд ему был, без сомнения, плен однобокого мышления. Ресурс ума, энергии и радости дала природа, не скупясь, и он не обманул природу, составив памятник народу. Таких не найдешь ты ни в прошлом, ни нынче, как Бог необъятен, вшире он, вглубь. И вспомнится тут Леонардо да Винчи, но лишь познание при этом углу. Леонардо да Винчи такое познание сегодня не изобрел. В поэзии, риторике, истории, в грамматике или логике везде его глубокий след, к тому же в педагогике. В педагогической науке держался четко мера той середины драгоценной, что в старь назвали «золотой». Мы учим собирать слова, в риторике он пишет, чтоб дельная речь из уст лилась, понятие отражая связь. Изучатель проблем речевых, блестящий филолог, лингвист, древнегреческим он и немецким владел, и признанный был латинист. Не поверхностно он и не узко, историзм к языкам подключал, древнегреческий знал и французский, а полиглотом-то вот не звучал. От предметов к абстрактному шел он как бы резвясь, мысли и речи в понятиях выразив сущую связь. К науке логики взывает ученого могучий дух, пусть в тишине всяк постигает секрет классических наук. А мозаичные портреты науки и искусства цвет, среди них Петра, Елизаветы, которых совершений нет. Шедевр в искусстве мозаичном – полтавская баталия, а в выделке стекла цветного потеснена Италия. Кто фабрики Усть-Рудицкой строитель? Он – автор совокупный Ломоносов. Он архитектор, инженер, прораб, науки с практикой соединитель. Слава родительской паре, чудом украсивший свет. Великих немало бывало, а чуда такого нет. Слава селению поморов, не городу великих он не рождал, дивному северу слава, что чудо такое создал. Капитал, техногенный прогресс в мегаполис людей собрал, и пошло вырождение, регресс психозов, неврозов и прочего вал. Бегут столетия торопливо, и уж идет, и уж спешит четвертый век, но молодеет, не стареет. Михайло, чудо-человек. Спасибо за внимание, и где надо, затерпеть. Спасибо. Так, вот здесь становится понятно, почему, если помните, да, история науки, до 4 века, до нашей эры, то есть до времен Аристотеля, нельзя было защитить диссертацию, не изложив ее гигзаметром. То есть вот опять мы возвращаемся
То есть тогда, когда человек достигает определенного уровня, он старается свои мысли выразить в стихотворной форме. Так что тренируйтесь, скоро опять ведут норму. Да, но вот вы не задели эту проблему. В Китае давно каждый князь писал стихами, и это было таким привычным, хорошим занятием, что даже автор в Шицзине, они ни одного не назвали, кто написал бы великолепный стих. Насколько это общим было у них? Не-не-не. Да. Нет, только Китай в данном случае нам не указ, значит, нас называют русскими, риши, то есть светлые. Так вот, ришами, получить титул риши можно было только при одном обязательном условии. Свои мысли ты должен излагать стихами, то есть это обязательное требование. Так что Китай нам не указ, при полном уважении китайцам.